Крупный пожар произошел в Алматы. По предварительным данным, в огне оказалось кафе. Большие клубы дыма были видны из разных точек города. В районе возгорания ощущался запах гари. Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, сообщение о ЧП поступило на пульт 101 в 8:30 утра. Экстренные службы прибыли к месту произошедшего уже спустя 10 минут. Огонь полностью ликвидирован.